Глава областного управления Федеральной антимонопольной службы стал лучшим работником ведомства. За исключительные заслуги в обеспечении свободы конкуренции и эффективной защиты предпринимательства Людмила Борисова была удостоена награды «Почетный работник антимонопольных органов России». Высшую ведомственную награду главе саратовского УФАСа вручил руководитель Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев. Звание почетного работника антимонопольных органов выдается он за исключительные заслуги в обеспечении конкуренции. Собственно говоря, наверное, все этим и сказано. Решение принимает руководство службы. Мы об этой награде не догадывались, не знали. Для меня это такое неожиданное, приятное событие. Оценка заслуг со стороны руководства службы. Церемония награждения прошла в Москве в рамках международного мероприятия «Неделя конкуренции в России». В этом году его приурочили к празднованию 25-летия антимонопольного регулирования в Российской Федерации.